представляем своих инструкторов, которые работают у нас в клубе. И первым я, наверное, попрошу начать Баева Сергея Сергеевича, второй дан айкидо. Он ведет у нас тренировки в молодежной группе айкидо. Дети начинают у нас в детской группе, потом переходят в его группе, где готовятся и занимаются тоже уже с вопросом. То есть он, правда, тренирует таких зеленых, синих пришел. Уперся ногой, да, не получается. Я беру подхват, он шагает, делает ноги. Да. Не, головы не надо, достаточно. Сколько было ему лет? Сколько тебе лет? Не, серьезно? 7 лет ему было. Мы все начинаем с этого захвата. Много вариантов, как подать руку на этот захват. Может быть, это будет так. Может быть, это будет так. И от подачи руки зависит как бы, ну, удобство ваших дальнейших действий. Давайте остановимся вот на такой подаче руки мизинчиком вверх. И сделаем большой вход за партнера. Не очень оригинальная техника, оригинальная. Давайте очень спокойно, не торопясь. Для безопасного падения, когда вы прошагиваете за спину партнера, попробуйте его немножечко направить, подтолкнуть. Вот здесь я шагаю ближе к партнеру ногой и немножечко его подсказываю движениями. И вперед его падается. В случае ваш партнер упадет аккуратненько. И минутку внимания соблюдайте. Когда я отработала с человеком, я ему делаю поклон. Все остальные, это вас не касается, это наш поклон. Затем я разворачиваюсь к вам, проговариваю те комментарии, которые хотелось бы, делаю поклон вам. Вы мне отвечаете, я хаджиме. Надо больше, чем поменьше. Для большого партнера не надо его ни о чем уговаривать.
Можно взять отворот самому. Мужчина, если не занимай место, то ты. Отворот самому вместе с большим пальчиком. Очень хорошо положится. Вход, все же самое. Дотянулись. Докуда дотянулись и пошли обратно. Бывает ваш партнер очень хочет что-то сделать, но не может все получается. А это мне так говорили. Переминали. Мне задали на экзамен. Что делать? Здесь нет его головы. Здесь нет без него места. В этом случае вы пользуетесь тем, что есть. Вход за спину. И я двигаю его вниз. Можно не пользоваться головой, есть захват за щекозитой рукой. Ага. Все то же самое, вход. Руку можно не разворачивать, никуда. Двигаемся. И остается захват. Найдите партнера, который удовлетворит ваши потребности. Я хотел представить Цоя Эрнеста Анатольевича. Это наш замещающий инструктор, второй дан айкидо. Ну, у многих прошлое арабское, явно и иудаистское что-то. Эрнеста, это может быть больше. Кроме того, он специалист в Винчунь. Продолжение следует...
совсем начинающих. Для начинающих понятно, когда будет контакт, смена, уход с линии атаки и риме. В динамике у нас есть задача сделать так, чтобы я спровоцировал момент нашего контакта в тот момент, когда надо мне. Поэтому здесь рано, партнер не будет брать. Здесь уже поздно, здесь он мне уже ударит. Поэтому я ему предлагаю эту руку. Я тогда несколько раз это делаю. Я знаю, что это будет вот здесь. Себе партнера потолще, чтобы он реально мог держать, и попробуйте расслабленной рукой. Отсюда еще не опасно, здесь уже очень опасно, он опасен, да? Поэтому если у меня есть задача взять, я отсюда бросаюсь, и это на броске делается, да? Причем это делается для чего? Для того, чтобы что-то там подорвать. Поэтому партнер подходит на дистанцию, еще безопасно, и вот этот момент преодолевает, ну, максимально быстро ставится. И здесь интерес в том, чтобы в этот его бросок вписать вывод равновесия. И не дать взять. Поэтому точно так же, как в первой технике, когда мы делали динамическую форму, я решаю, когда будет контакт. Партнер стоит. Я ему предлагаю этот момент.